В минувшие выходные в районном центре прошли спортивные мероприятия, которые привлекли внимание местных жителей и стали ярким событием для любителей спорта. В школе самбо и дзюдо состоялся традиционный турнир по дзюдо на призы главы Кашхабльского сельского поселения. В этом году в спортивном мероприятии приняло участие более 80 спортсменов из различных районов Республики Адыгея и Краснодарского края. Соревнование длилось более 3 часов, в течение которых участники продемонстрировали свои навыки и упорство на татами. Каждый из них показал достойную борьбу, что не оставило равнодушными зрителей, активно поддерживающих своих фаворитов. В результате соревнований были определены победители, которые получили медали и денежные призы. Атмосфера турнира оставила положительные эмоции как у участников, так и у зрителей. В этот же день в физкультурно-оздоровительном комплексе аула Кашхабль прошли соревнования по тяжелой атлетике, посвященные памяти Руслана Мухарбиевича Санашокова, нашего земляка и известного спортсмена. Глава поселения Базет Хамдохов поприветствовал всех участников. Добрый день, уважаемые гости и участники сегодняшнего турнира. Сегодня проводится турнир памяти нашего земляка, жителей нашего аула. Замечательного человека, спортсмена, который вырастил и воспитал ни одно поколение спортсмена Санашокова Руслана Анатольевича. Желаю всем болельщикам, зрителям ярких эмоций, а участникам нужно помнить, что сегодня важны не только победы, но и дружба, взаимопонимание и уважение. Всем удачи! Атмосфера мероприятия была насыщена азартом и волнением. Каждая попытка поднятия веса сопровождалась громкими аплодисментами. Молодые атлеты показали впечатляющие результаты, достигнутые благодаря упорным тренировкам и настойчивости. По итогам соревнований победители были награждены памятными медалями и дипломами, что стало достойным завершением этих спортивных выходных.